В Вифлееме на западном берегу Иордана начался праздничный рождественский сезон. В центре города, в котором, как верят христиане, родился Иисус Христос, установили елку. У базилики Рождества Христова зажгли праздничные огни. В городе устроили фейерверк. В Вифлееме на праздники ожидают около 100 тысяч гостей. В Ватикане торжественно открыли рождественский вертеп и зажгли огни на 26-метровой елке. Представители католической церкви особо подчеркнули, что из уважения к природе в этом году специально к празднику деревья рубить не стали. И сама ель, и доски для вертепа получены в результате плановых вырубок.